Анастасии Бычихиной 22 года. Не так давно она окончила вуз по специальности информатика. Поработав в этой отрасли, девушка твердо решила, что хочет развивать себя в другом направлении – бизнесе. Будущая бизнес-леди планирует открыть собственный магазин одежды. Он будет не в Кустанае. Я была в одном районе, там мои родственники живут, и я увидела, что, ну, во-первых, там очень большой ценовой диапазон, и качество вещей желает, и качество обслуживания желает тоже оставлять лучшего. И я уже начала заниматься, там привожу что-то на продажу, и я вижу, что люди покупают товар, что не нуждаются в этом товаре. Как признается Анастасия, пока она только экспериментирует в этом направлении. Сейчас ей не хватает теории. Именно для того, чтобы найти ответы на свои главные вопросы, она пришла на молодежный бизнес-форум. Очень много вопросов, и вопросы разнообразные, потому что все зависит от специфики бизнеса. Но основная проблема, с которой сталкиваются наши молодые предприниматели, это неумение управлять своими доходами, незнание налогового законодательства. Ну, а от спикеров, которых мы приглашаем успешных предпринимателей, мы хотим получить прежде всего мотивацию, чтобы люди не боялись, шли, потому что всему остальному мы научим. Сегодня этот форум прошел впервые, но, по словам организаторов, он станет регулярным. Дважды в месяц молодые бизнесмены, участники программ «Бастау Бизнес» и «ЖАС Касыпкер» будут делиться своим опытом, трудностями, с которыми они столкнулись в начале пути. К примеру, спикер форума Айнура Аюпова, преподаватель, пошла на курсы просто из любопытства, но уже к концу обучения стала понимать, что больше не хочет работать на кого-то, ведь она может сама открыть свою студию и совместить преподавание с бизнесом. Я получила грант и уже полностью отдалась своему делу. Я открыла свою детскую студию в Затобольске. Сейчас мы занимаемся подготовкой к школе. У нас есть русские группы, есть группы казахские. То есть я наняла преподавателя для казахской группы. Русскую группу я преподаю сама в русских группах. Плюс у нас есть учитель ИЗО отдельно, есть шахматы и ментальная арифметика. Получить реальные советы по ведению бизнеса может каждый желающий. Достаточно посетить форум, уверены организаторы. К тому же у молодых людей есть возможность записаться на обучающие бизнес-программы и получить стартовый капитал. Информация о проведении следующих форумов будет размещаться на сайте региональной палаты предпринимателей «Атамекен». Алексей Кудрявцев, Камила Салкымбаева, РТН.